Привет. Я собираюсь продемонстрировать, как применять робот-фреймворк для автоматизации тестов веб-сайтов. Для того, чтобы разобраться, как это все работает, мы начнем один проект с чистого листа, частично усложняя задачу по ходу эволюции событий. Для начала нужно убедиться в том, что у нас все инсталлировано. Мы не будем устанавливать эти компоненты. Как их установить, можно прочитать в инструкции, либо для этого будет сделан отдельный скринкаст. Но для того, чтобы это работало, нужно иметь непосредственно сам робот-фреймворк. Также мы будем применять Selenium 2 Library, который дает возможность взаимодействия с браузером из тестов Robot Framework. И, скорее всего, нужно будет инсталлировать и так называемый браузер Web Driver. Это компонент, который применяется Selenium для того, чтобы давать браузеру команды. Сделай то, сделай это. Так. Для начала нужно ознакомиться с общей структурой документов, которые описывают тест Robot Framework. Синтаксис поддерживает несколько разных нотаций. Одна из них Restructured Text, другая – это обычный Plain Text файл, который мы и будем применять в данный момент. Разделы в этом файле маркируются тремя астерисками, и у них есть кое-какие специальные названия. Допустим, раздел Settings позволяет нам задать общие настройки. Одна из инструкций – это Library, которая позволяет нам подключить внешние библиотеки для того, чтобы расширить функционал Robot Framework. В данном случае мы будем применять Selenium 2 Library. Также следует обратить внимание на то, что в качестве сепаратора применяется white space. То есть в данном случае я нажал на Tab дважды. На всякий случай сохраним файл. Так, другая полезная инструкция – это suite setup. Она говорит, что будет происходить в начале запуска теста. И перед тем, как написать, нужно все-таки придумать, что же мы будем тестировать. Поэтому придумаем простой тест, который состоит из следующих этапов. Первый из них – это открыть браузер. Второй – пойти на адрес google.com. Следующий шаг предлагает для примера проверить, знает ли Google, какая столица какой-либо страны. То есть мы напишем в строку поиска имя какой-нибудь страны, подождем, точнее нет, мы не подождем, потом мы нажмем на кнопку поиска, потом мы подождем немного, и потом мы должны проверить, что на странице содержится текст, который мы хотим. Допустим, если я напишу «Россия», то в странице должен появиться текст «Москва». Если его там не будет, значит, сайт нам вернул ненужный результат или неправильный результат. Вот
один примитивный тест. Теперь мы проделаем это вручную. Открыли браузер. Идем на веб-сайт. Пишем название страны. И проверяем, что тут есть. Формат ответа Google, если запрос был имя какой-либо страны, название страны, то в ответе всегда будет такой раздел. Вот мы проверили, тут появился текст Moscow, значит, тест был пройден успешно. На всякий случай проверим еще что-нибудь. Так, France, Paris. Хорошо. Теперь возвращаемся в наш тест. При запуске мы должны пойти на стартовую страницу. Я для повышения читаемости сделаю вот так. В данном случае мы придумали действие, которое называется Go to Google. Чуть ниже мы опишем, что же это такое. Теперь описываем очередной раздел, который называется Test Cases. Опять же, три астериска, имя раздела, три астериска. Теперь нужно придумать название одного из наших тестовых сценариев. Мы его назовем «Убедись, что столица страны отображается на странице». И этот наш тестовый сценарий будет содержать в себе несколько действий. Одно из них следующее. Search and check. Это, опять же, мною придумано действие. И что мы проверяем? Мы напишем. Для слова Russia в результатах должно содержаться слово Moscow. На всякий случай мы можем сразу добавить другие сценарии, допустим. Так. Сразу можно обратить внимание на то, что нотация достаточно читаемая, даже невооруженным глазом. Но главное соблюдать тэбы. Так, попробуем запустить и посмотрим, что он нам скажет. Я сохранил этот текст. Файле, который называется browser.txt, при условии, что робот-фреймворк верно инсталлирован, мы можем написать робот browser.txt, нажимаем на Enter, и что-то уже есть, но не то, что хотелось бы. Он говорит no keyword with name go to Google found, что, в принципе, следовало ожидать. Мы ему здесь написали, что для начала теста выполнит такое-то действие, но это действие нигде не определено. И наша задача – определить его. Для этого мы создаем раздел Keywords, где будем прописывать все, что мы придумали.
В нашем случае первое ключевое слово, которое применяется и которое не определено, это go to Google. Поэтому мы пишем go to Google и определяем, что же это такое go to Google. Библиотека Selenium 2 Library дает нам целый ряд таких ключевых слов. Сейчас мы увидим, какие возможности дает нам библиотека. Вот он весь список. В нашем случае нам нужно открыть браузер. Пишем open browser. Также передаем ему параметр. Первый параметр это URL, то есть на какой адрес идти. И пишем https google.com. Второй параметр называется браузер. Он укажет Selenium Library, какой браузер применить для выполнения этого действия. Если не указать этот параметр, по умолчанию будет применяться браузер Firefox. В моем случае я хотел бы, чтобы он применил Chrome. Соответственно, я вписал ключевое слово Chrome, которое я нашел в этой таблице. Здесь есть список всего, что он поддерживает. Теперь мы можем сохранить файл и проверить снова, что же произойдет. На этот раз мы видим, что открылось новое окно браузера. Дальше смотрим в терминал и видим очередная ошибка. No keyword with name search and check. Понятно. Поэтому определяем дальше, что же такое search and check. Это наша самодельная инструкция, которая будет на входе получать несколько аргументов. Первый из них это query. Query это то, что мы ищем. Вопрос. Второй аргумент будет ожидаемый результат на этот запрос. Теперь мы должны разбить действие на примитивы. Как осуществить это? Перед тем, как сказать Селениуму, как делать все автоматически, нужно однажды это проделать вручную. Для этого мы идем на страницу, запускаем браузер-инспектор и смотрим, как называется поле, в которое мы вписываем наш запрос, то есть query. И мы видим, что это элемент input, у которого ID называется lst-ib. Соответственно, мы... Ах, опять я нечаянно закрыл. Соответственно, мы ему говорим. Что мы должны попасть в это поле. Как мы это делаем? В библиотеке Selenium есть такое действие input text. Что же это действие получает на входе? Первый элемент это locator. Это нечто, что позволит нам идентифицировать, какое из многих полей на этом сайте мы хотим найти. А второй аргумент это текст, который мы в это поле впишем. Заполняем input text. И указываем, что мы хотим попасть в элемент, ID которого LST, черточка,
IB. И в это поле мы пропишем значение, которое было передано в параметре query. Кстати, я забыл сказать, что в Robot Framework, если мы оперируем какими-то переменными, нотация такова. Доллар, фигурная скобка, название переменной, закрываем фигурную скобку. Дальше. После того, как мы вписали в это поле этот текст, мы должны нажать на кнопку «Ок» или «Search». Посмотрим сейчас, как она называется. Пишем наше слово. И наша цель – кликнуть на этот элемент. Как же его найти? Так, это кнопка, в которой есть картинка, но нас интересует именно кнопка. Это элемент типа button, ID которого подчеркивание FZL. Соответственно, мы смотрим в документацию и ищем что-то, что связано с кнопками. Есть такое действие, называется click button, который на входе получает locator, то есть идентификатор в модели страницы, на которую мы должны кликнуть. Пишем click button, указываем идентификатор подчеркивание FZL. На всякий случай запустим снова тест, посмотрим, что происходит. Это очень полезная практика, писать по чуть-чуть и проверять пошагово, что происходит, нежели написать сразу много кода, а потом искать, что же не так. Пока мы тут разговаривали, вы видели, что он открыл страницу, вписал Russia, France, the Netherlands, и что-то уже работает. И причем мы заметили, что произошел и клик на кнопку, потому что мы видим, что текущее содержание страницы – это страница с результатами поиска по ключевому слову Нидерланды. Посмотрим в терминал. Он говорит «pass». Если поменять цвет, то этот «pass» будет зеленого цвета. Это будет… Ага, так, нет, посмотрим. Да, зеленоватый. Но на самом деле еще никакой пользы мы от этого теста не получили, потому что мы хотели добавить еще один этап. Это проверка, содержит ли текст страницы слово, которое мы передаем во втором аргументе. В нашем случае это expected result, то есть ожидаемый результат. И для этого в Selenium Library есть очередное ключевое слово. Wait until page contains. И теперь мы ему должны сказать, что же мы будем ожидать. А ожидать мы будем то, что мы передали через аргумент, который мы назвали expected result. Сохранили файл, возвращаемся в терминал, делаем очередной запуск и наблюдаем за результатами. Браузер открылся, вписали. Нет, еще не вписали. Вписали первое слово. Ждем, наблюдаем. И видим, что
первый тест провалился. Соответственно, весь результат мы считаем отрицательным. Ошибка следующая. The text Moscow did not appear in 5 seconds. Полезно посмотреть на страницу, чтобы увидеть, в чем проблема. И в данном случае проблема в том, что Google очень умный, он понял, что я нахожусь в определенном месте и решил помочь мне, поменяв язык страницы на немецкий. Соответственно, слова Moscow здесь на самом деле нет, но есть слово Moscow. Хорошо, мы будем искать путь наименьшего сопротивления. В данном случае мы просто поменяем ожидаемый результат на другой. Запускаем еще раз тест. Смотрим, что же происходит. Он написал Russia, подождал, потом France, the Netherlands. Теперь смотрим в терминал. Он везде пишет pass. Все хорошо. Еще что-то, что хотелось бы добавить, для того, чтобы автоматизировать полностью то, что у нас происходит. Есть еще одно ключевое слово. Sweet tear down. Это действие, которое будет происходить, когда тест завершен. И я хотел бы, чтобы он закрыл окно браузера, для того, чтобы я не делал это вручную. Соответственно, я ему напишу close all browsers. И вы спросите, откуда я знаю это дело? А я знаю это, потому что я когда-то видел в документации. Вот оно. Close all browsers. Закрывает все окна браузера и сбрасывает кэш браузера. Имеется в виду, что он закроет все окна, которые он открыл сам. Потому что вы видели, что у меня тут есть кое-какие открытые окна. Он их не трогает. Я сохранил файл. Запускаем снова наш тест. Наблюдаем за поведением. Все хорошо. Браузер закрылся. Результат положительный. На всякий случай хотелось бы увидеть, что это работает и в случае, когда есть ошибка. Мы должны убедиться в том, что мы об этой ошибке узнаем. Для этого мы добавим новый тест. И, допустим, столица Дании должна быть такой. Проверяем в очередной раз. Браузер запускается. Robot Framework прогоняет все наши входные данные, в том числе последний, и закрыл браузер. Теперь мы видим, что результат это провал, и он говорит, текст не появился на странице в течение 5 секунд. Это по умолчанию wait until page contains, будет ждать 5 секунд, а потом вернет ошибку, если то, что мы ожидали, не появилось. То есть это говорит о том, что в мире, в котором столица Дании вот это, этот тест проводился бы. Еще нужно обратить внимание на то, что при запуске теста он генерирует лог, который содержит в себе полезные сведения. Посмотрим, что же это такое. Открываем report HTML. Это лог последнего запуска, фон красного цвета, тут явно что-то было не так. Покликав по надписям, мы видим
что эти тесты прошли успешно, а вот этот, где Denmark, не прошел успешно. Таким образом, мы получаем резюме, результаты работы нашего автоматического механизма. Также он по умолчанию сохраняет скриншот страницы, которая провалила тест. На случай, если мы хотели бы увидеть или передать разработчику программы какие-то сведения, как воспроизвести баг. И мы видим, что на этой странице query Denmark, а нигде слово, которое я вписал, нету. Столица Копенгаген. Вот и все. Это был наш простейший тест, написанный с чистого листа. И прелесть его в том, что если мы хотим проверить еще больше сценариев, то мы просто добавляем по одной строчке. И робот-фреймворк это все сделает сам. Если бы это приходилось делать вручную, то это длилось бы намного больше времени.